У Запоріжжі підбили підсумки благодійного заходу «Добрий базар», організований міським управлінням туризму. В аукціоні взяли участь представники бізнесу. У результаті вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень. За ці кошти придбали переносні пандуси. Сьогодні їх презентували людям з інвалідністю. Подружня пара Ірина та Віктор напередодні перевірили доступність інфраструктурних об'єктів міста для людей з інвалідністю. Результати внесли на Google карту. Мы объехали немало городов Украины и на семинары, и на фестивали. То, честно скажу, что наш Запорожье не один из плохих городов по доступности. Вот мы с Виктором вместе проехали весь проспект и создали карту, на которой отметили участки. Ну, можно сказать, на 50% он доступный. Должно быть комфортно всем, везде. Мы к этому стремимся. Поэтому вот мы приобрели эти пандусы. Они будут находиться в нашем, который в скором будущем откроется, в туристическом информационном центре, куда можно будет обратиться либо группе, либо индивидуально, для того, чтобы где еще нет пандусов, можно было комфортно проехать. Нові пандуси розраховані на різні підйоми – від 1 до 3 метрів. Вони швидко розкладаються та складаються. Ірина та Віктор вже протестували їх на вході до кінотеатру «Довженка». Це чисто облегчає человеку, как бы проще, когда если большие, вот, например, какая-то организация, да, приглашает много людей с инвалидностью, и чтобы волонтеры не трудили свои спины, не напрягали по ступенькам, то с этими, конечно, вещами будет интереснее, но опять же, все люди, которые будут ими пользоваться, ну, вот, кто будет помогать, они должны сначала перед этим пройти инструктаж, как ими правильно пользоваться, чтобы не уронить человека, не покалечить.